Девочки, здравствуйте. Тут мне посылочки кое-какие пришли. Хотела бы вам показать. Я ее тут надрезала уже. Не открывала, правда, еще бутылочки. Вот это вот пришли мне красочки Винелизы. Такие вот. Сейчас посмотрим. Я 3 штучки выписала, потому что у меня там есть, но мне не хватало вот цвет именно вот такой вот. Сейчас посмотрим, как они будут. Вот такие краски. Белая, по-моему, зелененькая и желтенькая. Сейчас мы их откроем, посмотрим. Ой, штучка выпала такая, не запакованная еще. Я их не открывала, конечно. Давайте вместе откроем, сейчас посмотрим. Вот. Что за красочки, ой. Такие вот. Я уже вижу красивые. Цвет красивый, такой зеленый. Салатовый, травяной. Очень красивый. Надо его размешать немножко. Вот. Так вот. Сейчас я ножик вытяну. Чтобы руки не порезать. Так, давайте другую откроем. Зелененькая у нас. Так, пинцетик. Так, а можно даже оторвать, выбросить, чем она мне нужна. Правда, краски много. Видите? Сейчас мы ее куда-нибудь положим. Сейчас я возьму. Такую можно выкраску сделать. Вот так вот. Салфеточку. Вот так, рядышком. Зелененькую. Так, другую тоже сейчас откроем. Ой. Так, где у меня эта штучка? Так, это отсюда. Хорошо обрезает. Так, вот эта штука. Ножичек вот этот, который я выписывала в прошлый раз тоже. О, по-моему, жидковатая или белая это, или какая? Что-то белая вроде, да. Ой, ножик мне не надо туда. Так. Тоже так же положим ее сюда, эту штучку. Честно говоря, я не люблю вот с этими закрывашками. Мне не нравится. Вот. Так. Сейчас размешаем, посмотрим. Что-то у меня такое чувство, как будто она не белая, а серая какая-то. Так, это белая, это зеленая. Это белая. Так, и желтенькая у нас осталась. Ой. Так, желтенькую сейчас посмотрим, там где моя ножичка. У меня еще Винелизы красок не было. Я там выписала, у меня какие-то идут, по-моему, Кани наборы я выписала. Не помню уже, или на Винелизы. Вообще не помню. Это желтая. Так, сразу вытираю нож. Вот это вот более густая, желтая, погуще. Я для рисовашек тоже взяла, чтобы рисовать. Так, мне надо салфеточку. Посмотрим. Выкраску сделаем. Так, мы сначала размешаем, наверное, девочки. Давайте размешаем, потому что давайте с белой начнем. Ой, но она не белая, а серая, скажу. Или мне так кажется. Я, наверное, серую выписала за место белую. Точно. Светло-светло-серый такой мышиный цвет. Интересно. Точно. Но она жидковата. Для рисовашек она не пойдет. Она прям жидкая-прижидкая, видите, да? Не пойдет.
Ну, красивый цвет такой мышиный. Конечно, не белая. Значит, я ошиблась. Вообще, я хотела белую. Ну, тут даже и понятно, да, что она не белая. Подождите, на этой штучке. Серенькая такая. Понятно. Или продавец перепутал, или я что-то перепутала. В общем, вот так. Давайте выкрасим, посмотрим, как она в работе. Так, Дима. Так, нет, что-то не закрывается. Так, девчонки. Ну, красивый цвет. Тоже пригодится. Очень такой приятный, кстати. Очень такой. Хорошо распределяется, наносится. Мне нравится. Пока дальше не знаю как. Хорошая краска. Прям прелесть. Смотрите, как она легла хорошо, ровненько, в один слой, без полос. И не полосит, самое главное. Это вот важно очень. Вообще не полосит. Здорово. Сейчас я ее просушу 30 секунд. Так, второй слой давайте нанесем, посмотрим. Второй как слой. Ой, ну шикарная краска. Просто супер. Почему-то я думала, что я белую заказала. Видите, она не белая. Сама выравнивается прям. Даже я вот немножечко здесь как бы полосочку сделаю. Она сразу раз. Видите? Все, выровнялась. Сейчас я ее просушу. Так, девочки, давайте возьмем желтенькую. Сейчас я ее так вот размешаю. Но желтая более густая. Смотрите, видите, какая? Ей даже рисовать можно. Она классная. Мне для рисовашек как раз надо такую. Желтенькую. У меня есть желтая, но другая. Такой лимонный там цвет. А это вот такая посильнее желтая. Вот, все. Берем кисточку и выкрашиваем. Сейчас сделаем, посмотрим, как она ляжет. Да, она погуще чем-то. И она уже не так, по-моему, выравнивается, как эта серенькая. Ну, сейчас посмотрим. Да, видите, она уже не так. И ей лучше рисовать. Тяжеловато она выравнивается. Ну, мы второй слой еще сделаем, посмотрим, как она. Сейчас я тут немножечко подотру. Так, так просушим. Так, девочки, нанесем второй слой. Да, она уже не такая, как эта серенькая. Уже совсем другая по качеству. Более плотная. И будет хорошо венделя рисовать. Рисуночки всякие. Но я, в принципе, для этого ее взяла. Да, проблемно наносится. Ее на ногти нет, только рисовашки. Это желтая нет. Ну и хорошо. Нет, специально так и надо. В принципе, да. Все, просушиваем 30 секунд. Так, девочки, давайте зелененькую последнюю попробуем. Вот эту вот. Это более тоже пожиже, как и серенькая. Тоже жиденькая. Рисовать ей уже тоже не пойдет. Ну,
только взяла. Что-то прилипло здесь. Так. Намазала я тут. Какая-то ерунда прилипла. Все, ладно. Что тут уберу немножко, что-то тут, чтобы ровненько было. Так, все, девочки, видите, она жиденькая, это выровнялась, так же, как серенькая. А это для рисовашек не пойдет, это тоже, вот это пойдет. Все, девочки, сейчас мы второй раз выкрашиваем. Красивый цвет такой, прям травяной, яркий-яркий летний такой. Классно. Какая-то мне здесь волосинка прицепилась, и я ее не могу сейчас, я ее, может, уберу. Прямо, ну вот она у меня здесь. Вот она, я ее. Вот она. Все убрала. Красивый цвет, мне очень нравится. Такой прямо приятный-приятный. Ой, все, в лампу на 30 секунд. В общем, девочки, все я выкрасила. Видите, посмотрите, очень красивые цвета. Краска без липкого. Нет, липки немножко есть слой. Давайте, знаете что, я сейчас уберу этот липкий слой. Мы посмотрим, насколько она. Если что, мы ее перекроем, посмотрим, как она будет. Будет она блестеть после того, как мы уберем липкий слой. Нет, она матовая становится. Да, матовая. Угу. Матовая. Да нет, такая. Ну, красивенькая. Цвета красивые, приятные такие. В общем, вот так. Еще хотела показать, какие у меня еще две посылочки пришли. Но это уже как бы это... не ногтевое. А, ногтевая одна, кстати, вот. Мальчик мне вот такой пришел. Я его еще не открывала. Сейчас мы посмотрим. Откроем. Ой, у меня там что-то улетело уже. Девчонки, что-то упало. Давайте я сюда вот положу. Такой канал пришел. Упаковочки розовые. Сейчас я вам все отодвину, покажу. Открою. Смотрите, какой классный. Вот. У меня один есть, но это вот у меня для кисточек я хочу такой, чтобы кисточки сюда складывать. Качество хорошее, отличное. Открывается классно. Хороший пенальчик. Ссылочку тоже на него оставлю. Классный. В общем, кто хочет, заказывайте. В общем, такие у меня сегодня посылки были. Еще, девочки, мне, короче, пришел материальчик такой. Но это уже, как сказать, для меня лично. Сейчас я вам покажу. Я вот уже открыла. Посмотрите, это я куклы шила. Это именно такой вот, как что, ну как материал, да? Лен, такого натуральный лен телесного цвета. Сейчас это отодвину все. Смотрите, уж кому интересно, кто-то тоже шьет. Вот такой вот лен. Качество хорошее, он тоненький. Я же куколки шью, Тильды называются. Вот он, смотрите, какой тоненький, классный, вообще супер. Такой вот. Это как, ну, тело, не одежда, а для тела. Для одежды я тоже выписываю материалы. В общем, хороший лен, прекрасный. Вот я буду куколки шить. Начну вот после Нового года.
очень мне нравится их шить, делать. Вот я метр вот заказала на пробу посмотреть, как этот материал, я еще не знала. Отзывы почитала, сказали, что очень хороший. Ну, я вижу, что действительно хороший. Ссылочку я тоже оставлю под него, ну как на него. Может, кто-то тоже захочет что-то делать. Поделки тоже с него можно хорошие делать всякие, потому что это как натуральный такой вот. В магазине у нас он очень дорогой, и такого качества еще не купишь. Это именно такой тоненький. Мне такой надо было. В общем, на этом, девочки, все. Вот эти мои были сегодня посылочки. Выкрасочку я сделала. Пенальчик очень тоже хороший. Материальчик тоже хороший. И может, кому-то надо, тот, может быть, закажет даже. Все, на этом, девочки, все. Спасибо всем за внимание. Всех с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья, успехов, исполнения желаний и всего самого-самого хорошего в Новом году. Вот. Самое главное – здоровье. Это очень важно. Всем спасибо за просмотр. Всем моим подписчикам. Еще раз всех поздравляю с наступающим Новым годом. И всем пока-пока.